Приветики, мои секретики, и вы же на моем канале Secret Talk, и сегодня с вами снова Селе и, конечно, моя семья. Всем приветики, секретики. Всем привет, всем привет. В общем, сегодня мы решили снять такой небольшой челлендж с моими братом и сестрой, сестрами точнее. А если бы точнее, то сегодня мы будем друг для друга выбирать подарочки. Софина будет выбирать подарок для Майка вместе со мной. Я буду выбирать подарок для Лео вместе с Софиной. Ну, а Лео и Майк, как вы поняли, будут подбирать подарки для нас. Ну, а Дженни будет наблюдать за всем этим и снимать все эти фрагменты. Так что Дженни у нас только будет знать, кто кому какие подарки дарит. Да-да. Ну, в общем, давайте не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем хочу пожелать приятного просмотра. И сначала мы с Софиной пойдем выбирать этим двум оболтусам подарки. Ура. Ну, согласна, кстати, что ты сказала. Это вы, оболтусы. Чушпанки, ну-ка идите да, отсюда. Да, чушпанки. Реально. Разъезд чушпаны. Так, все, Дос. Дженни с нами. У нас будет девичник. Ура. А у нас тогда мальчишник. Так, ну что мы пойдем делать? Пойдем поспим, а то сегодня я не выспалась. Я на подскоке песик, обкашляем во песик. О, господи, это что за прикол такой? В общем, первая локация, куда мы решили прийти, это City Mall. Такой наш популярный торговый центр в нашем городе. Кстати, Софина, если вы уже заметили, сегодня как Wednesday, так что не задавайтесь вопросом, почему она сегодня во всем черном. Фанатка. Ну что, куда мы сначала пойдем? В магазин бэйбиков или в магазин всяких электронных устройств? Давай в электронику. Пойдемте. Так, ну что-то здесь очень мало всего. Пошли отсюда, ты как-то неинтересно. Пойдемте. Может быть, подаришь Майку цветочков? Нет. Ладно, пойдемте в магазин бэйбиков. Кстати, еще одна идейка. Мы можем сходить еще на рынок, там тоже можно что-нибудь посмотреть. Да, там тоже куча интересных штучек. Так, ну все, мы зашли в магазин бэйбиков. Давайте ему горшок и салфетки купим. О, господи, я не знаю, как он оценит твой подарок. Окей. И памперс еще. Какой горшок выберешь? Отличный выбор. А соску-то будешь брать? Да, конечно. Какую? Розовую. Ну давай без горшочка. Так, я оплачу. Ха-ха-ха. За деньги, да. За деньги, да. Так, ну ты больше ничего не хочешь здесь купить ему? Нет. Я Лео тоже здесь ничего не хочу покупать. Давай купим костюмчик, вон тот комбинезон. Как сказать? Кому, вот Майку? Нет. Лео. Ты что, совсем, Софина? Да. Все, пойдемте отсюда. Давай маски купим Лео, чтобы не вонял как-то пугал. Маски вообще-то не для этого, Софин, но ладно, давай купим, в принципе. Неплохой выбор. Так, пойдем, короче, на рынок, посмотрим, что есть там. Так, ну вот мы и пришли, куда нам нужно. Смотри, Софина, здесь есть какие-нибудь чаи. Может, ты хочешь купить какие-нибудь чаи? Я, Лео, возможно, куплю какой-нибудь чай. Например, Софине можно купить... Ой, Софине. Майку можно купить зеленый чай. Я кое-что другое куплю. Короче, я одна пошла, пока. Пока. Ладно, я тогда пока что выберу чай. Я пошла тогда за Софиной. Давай. О, вот эта какашка подойдет. Софина такая, короче, милая. И еще вот эти очки. Ну все, супер. Здравствуйте, можно, пожалуйста, очки и какашку такую? Хорошо. Я выбрала вот такой интересный чай с ромашкой. Ну что, вы выбрали подарок. Понятно, все. Ладно, пойдемте в магазин одежды и телефонов. Здесь на самом деле ничего интересного. Я Лео точно здесь ничего не буду покупать, потому что он в таком не нуждается. Здесь я куплю ему какой-нибудь... Классная одежда, смотри, черная. О боже, фанатка черного после того, как посмотрела сериал Wednesday. Я его давно посмотрела. Окей, давай, Дос. Так, я куплю Лео вот такую интересную одежду. Думаю, ему понравится это все. Так, ну все. Мы вроде выбрали подарки для Лео и Майка. Только упакуем. Ладно. Так, ну теперь нам пора идти домой с этими всеми подарками. А Майку с Лео лучше их не видеть. Итак, все, первые готовы. Мы, пожалуй, пойдем с Софиной и спрячемся. А ты можешь Дженни звать уже Майка с Лео. Майк и Лео, ну-ка быстро спускайтесь вниз. Это Дженни, если что, вас ждет. Че ты скомандовалась? Боже. Ты говоришь, быстро. Я сказала, можно... быстро спускайтесь, значит, быстро спускайтесь, я вас жду. Дженни, мы тут.
Да, я вижу. И вообще-то не тут, а тут. Так, все, пойдемте уже скорее, а то я, если честно, устала. И вообще, мне тоже хочется какой-нибудь бонус-приз за мои старания. Я вам здесь такой контент снимаю. Так, все, давай, не капризничай, пошлите. Итак, здесь посмотрите, что есть вот такие вот ярмарочные лавки. Можете здесь купить какие-нибудь чаи, может быть, какие-нибудь еще штучки. Yes. Майк, здесь мы выбираем подарки вообще-то сестре и Сили. Майк, я тебе куплю этого цыпленочка, держи. Спасибо. Только выбери подарок Софине. А я пока что выберу какой-нибудь подарок Сили. Окей. Можно вот эту маску подарить? Хочу это подарить. Лео. Что случилось, Майк? Все. А, ты выбрал, типа, оплатить надо? Да. Пон. Ну-ка, посторонись. Вот это для Софины купил. Ладно, не знаю, понравится ли ей вообще такое. Окей, пойдемте. Стой, Женя, отойди, пожалуйста. Вообще-то я снимаю. Ну, отойди. Так, ладно, пойдем, Дженни, за мной тогда. Окей. Нет, я вот тут останусь. И тогда, Дженни, постой тут. Ладно, выберу себе какую-нибудь одежду. Какой подарок ты хочешь ей подарить? Какой-нибудь айфончик можно. Ничего себе подарочек. Ну... У меня денежки вообще на дня рождения остались. Серьезно? Я свои взял. Молодец какой. Ну, выбирай ей сам телефон. Какой хочешь? Может, это лучше Софине ты подаришь? Нет. Я думаю, она будет рада. Софина уже есть. Ну ладно. Все, готово. Можешь упаковать подарки уже пока что, давай. Майк. Мне нужно выбрать какую-нибудь еще вещь для Сили. Я думаю, пойти в еще какой-нибудь торговый центр, потому давай. Что здесь больше ничего нет. Давайте тогда пойдем в другой еще торговый центр, давай. Куда предложите. Пом-пом. Дин-дон. Ладно, пойдемте уже в пом-пом скорее. Так, я сразу возьму вот такой пакет. Что же можно купить Сили? Хотя я подарил ей вот такой цветок красивый в горшке. Мне кажется, ей бы понравилось. А вообще-то эта мама Сили любит цветы в горшках. Сили тоже они нравятся. Ладно, Майк, пойдем, выбери уже что-нибудь Софине. Может быть, какие-нибудь мягкие игрушки хочешь выбрать? Ну да, милая, достаточно игрушка. Так. А можно еще очки виртуальной реальности? Ничего себе, это очень дорого будет. Ну, у меня есть, конечно, свои денежки. Ага, но не столько много, Майк. Так, ладно. У меня ещё 5 тысяч осталось. Ой-ой-ой. Ну ладно, ты все-таки олененка возьмешь, да? Да? Все хорошо, пойдем еще пройдемся, там может еще что-то есть. Я знаю, здесь секретку. Здесь, короче, есть вот такой тайный склад. Здесь проход запрещен, но мы быстренько пройдем и поищем какой-нибудь сюрприз. Леденец. Еще что-нибудь? Еще леденец. Еще что-нибудь? Еще леденец. Три леденца? Да. Ладно. Хотя нет, все-таки один леденец увидим, а один схаваю. А ты такой останься. Я хочу елочку еще подарить. Елочку? Так сейчас не Новый год. Ну и что? Ну ладно. Конфетный аппарат можно. Что? Конфетный аппарат? Ничего себе у тебя запросов. Все, теперь бежим. Все, быстрее вали отсюда. Быстрее. Господи, вы что там? Да, Майк, просто, ну мы зашли в секретный какой-то вход и там что-то забрали. Дженни, что? Чему учишь брата? Я учу жизни. Так, ну что, ты выбрала еще что-нибудь для Сили? Надо подняться на второй этаж. Что-то пока что тяжко. Так, ну, может быть, Сили подарить такие очки? Не знаю, я, конечно, не думаю, что она их оценит, но просто как для прикола. Давай, дари. Можно еще подарить очки Леопард. Типа она такая тигрица. Так, ну ладно, все. Я выбрала, в принципе, подарки. Надо теперь это все упаковать. И думаю... О, ее любимая помада. Я помню, она хотела такую же, но не могла никак найти. Все, теперь точно выбрала все подарки, которые она хотела. Ну, тогда мы идем вниз? Да, идем вниз. Ого, вы подарков, конечно, выбрали. Аж сейчас здесь обанкротились оба. Ладно, идем домой. Я Леву потом скину деньги. О, спасибо, бро. Да не за что, братан. Так, ладно, пойдемте уже скорее. Будем дарить подарки друг другу. Обмениваться, точнее. Окей. И там... И будет видно, кому они понравятся, кому нет. Вы пришли, что ли? Да. Ну что, давайте обмениваться подарками. Я уже жду, так, как вы обменяетесь. Так, Лео, Сили первый. Так, Сили, давай мы первые тогда обменяемся подарками. В общем, первый мой подарок. Это вот такие тебе цветы, гладиолусы. Вау! Лео, как ты узнал? Я их очень сильно хотела, но тебе об этом не говорила. Потому что на самом деле думала, что сама
и их куплю, и спасибо большое. Ну, конечно, Селия, я знаю, что ты хочешь. Ты же, мы все-таки не зря живем несколько лет вместе и общаемся очень много. Ну, да, конечно. Так, ладно, и еще какой-то подарок или это не мне? Конечно, это тебе, любимая Силия. Спасибо большое. Му-му-му. Так, ну тогда мой подарочек тебе вот такой. Интересно, спасибо. Пожалуйста. Так, ну что, мы открываем? Наверное. Так, что здесь? О, господи, тут так много всего. Масочка для лица с авокадо. Ну, Силия была бы не Силия, если бы она мне ее не подарила. О, какая-то красивая одежда. Так, ну, в общем, очень достаточно милый, классный костюм. Мне нравится. Спасибо большое, Силия. Пожалуйста. Так, ну, еще какой-то... Что? Это чай? Это чай? Индийский чай. Спасибо большое, Силия. Я очень рад. А с чем он? Хотя бы скажи. С ромашкой. Как будто у нас нету чая с ромашкой. Ну, нет! Вот тебе чай с ромашкой, очень вкусный. Правда, я попробовала. Ладно, спасибо большое, Силия. Очень прекрасный подарок. Мне понравился. Так, ну, а у тебя здесь я вижу леопардовые очки. Ой, какая я буду модная. Такие неоновые очки. О, сердечко, как это мило. Спасибо, Леон. Ты романтик, конечно. И помада, которую я так давно хотела. Спасибо. Так, ну такой обмен подарочком получился у Сили и Лео. Давайте посмотрим, какой обмен подарков получится у Софины и Майка. Я надеюсь, они друг друга здесь не сгрызут. Очень жесткий. Сейчас сгрызу. Я видела, что Софина выбирала Майку, и я очень боюсь за его реакцию. Ну, я хотя бы нормальный подарок подарю. Вот, тебе коробка. Давай. Майк первый будет. Так, вот коробка. Вот. Это подарок вещи. Спасибо. Да, стой, только тут один не твой есть подарок. Это не твой подарок. Кое-кому другому надо. Вот это мой подарок, а еще вот это кое-кому другому надо. Вот это все твое. Так. Так, Дженни. Что? Дженни? Я дарю тебе подарок. Спасибо большое, Майк, это так мило. Мне очень приятно. Хоть посмотри еще что-то. Удивишься. Ладно. Что? Это новый телефон? Офигеть, какой он милый. На свои деньги купил. Спасибо, Майк, это безумно мило. Спасибо, 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 спасибо. Я реально не ожидала, очень приятно. Вау, Майк, это очень мило. Да, ты большой молодец. Софина, ну откуда хоть подарочек? Окей. Вау, я сейчас все съем. Не надо. Вот, у меня на место слипнется. Хотя бы одну-то попробуй, скажи, какие они на вкус. Попробуй, ма, попробуй джага-джага. У Софины сегодня какая-то музыкальная пауза, так сказать, у нее. Вот еще твои подарочки. Их дофига. Вау. Олень? Олень. Софина, ты олениха. Силия. Сейчас тебе этим чупа-чупсом. Нет! Нет, пожалуйста, Софи, надо! Да ладно. Салатик. Отлично. Ага, нормальные подарки. А ты что вообще такое? Манекен твой. Портрет твой. Софина детям не игрушка. На ножки поставила себе. На тебя больше похож. Нет, у меня нет таких длинных волос. Он на тебя похож. Нормальный. Ну ладно, я тебя отомщу, у меня пожестче. Ой-ой, вы сейчас простите, здесь без буллинга ПЖ. Мы реально не специально. Мы все это делали, как всегда, в рофл. Мы же девочки. Мы приколистки. И я тоже приколист. Лови сюрприз. Я так подумала, мы, конечно, мне автомат с конфетами подарил. Но за оленя и за вот этого вот тебе чудовища. Что, олень не нравится? Ну, нет, я подумала, что это намек. Вообще-то олень милое животное. У самой испорченная фантазия. Или свободного запаса не хватает. Открывай уже. Я сейчас открою. Мщу. Нормальный как подарок подвешивать себе в комнату. О, на чили, на расслабоне.
Это сейчас что было? Пердеж старого деда. Эй, ну-ка быстро разошлись. Это Алис... Ой, это... Это... Это Софи на тебя там... Это... Мсти, короче, за день. Давай, одевайся, одевайся. Да нет, он знает. Я тебе... Сними такую эту одежду. Тебе кинды. И сосочку сбивай. Говори. И попку вытери от этой какашки, которую ты мне подарила. Так, ну что началось-то здесь? Ну-ка быстро оделись все. Мак, вообще-то я тебе подарки дарила, поэтому пользуйся. Да я эту соску тебе обратно дарил. С пампицем вместе. Дарили, не дарят. Вот такие получились у нас крутые подарки. Вот такой что? Челлендж у нас получился. Я скажите, сейчас... пожалуйста, Майка и Софина, вам понравились подарки? Да. Сомневаюсь. Сейчас я какашку еще себе в комнату повешу. Ну, в общем, на этом видеоролик подходит к концу. Спасибо всем огромное за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. И если вы хотите видеть еще таких видео, то пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь также на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а с вами была я, Силия. Мой парень Лео. Мои братья и сестры. Это Майк, Софина и Дженни. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. За деньги, да. За деньги, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Пока-пока. Нет.